мои хорошие, с вами Светлана Та, и сегодня мы будем готовить голубцы мясные и сармы. Делаю это первый раз вместе с вами, потому что я из листьев винограда, сарма это листья винограда, никогда не готовила. Вот свекровь мне дала манымчик замороженный, я их из холодильника достала, они у меня по чуть-чуть, ну, хорошо разморозились. Что мне нужно? Значит, мне нужна головка большая лука, лук я буду пережаривать с чесноком, мне нужны вот такие помидоры, тоже анымчик мне дала, вот такую пасту, столовую ложку, это из красного перца сладкого, тоже мне анемчик все дала. Так, что я сделала? Рис вот такой взяла, побольше риса решила, залила кипятком и взяла вот столько мяса, фарша разморозила. Нам это хватит со Шкымом, у нас маленькая семья, так что вот все буду делать вместе с вами. Не переключайтесь, смотрите дальше. Я лук обжариваю чесноком на растительном масле и добавила пасту из красного перца сладкого. Ну а сейчас добавлю помидорчики. Так, зажарка готова. Я ее помешала с рисом и с фаршем. Так, мои хорошие, вот сейчас я добавлю кимьон. Вот такой кимьон, это тимьян, как я перепутала, сказала камьон. А камьон по-турецки это грузовик. Представляете, я же рассказывала такую историю, что один раз пришла и сказала, продавщица там бабулька продавала, говорю, камьон верабелир, мы сына, немножко камьона дадите. Как она начала смеяться, в общем, смотрите, все делаю на глаз. Так, все делаю на глаз, на ложку. Вот так вот сделаю. Ой, я бахарат люблю. Мне не проблема. Так, также добавим соль. Мне кажется, достаточно. Так, красный перец. Мой муж не любит. Я люблю чуть-чуть добавлю. Чуть-чуть, а то больше добавлю. И черный перец. И все это помешаю. Помешаю и буду вместе с вами заворачивать голубцы. Посмотрите, у этих виноградных листьев есть хвостики. Так я, чтобы каждый не мучился, вот так вот взяла и отрежу все. Я не знаю, тут столько их много. Я, наверное, сегодня все не сделаю. В общем, вот так отрезаем и готовим. Готовим, готовим. Так, дальше что мы делаем? Вот смотрите, я делаю это все вместе с вами первый раз из этих листьев. Вообще не представляю, что у меня будет, но они должны быть тонкие-тонкие. Я так знаю. Вообще, начинки тут надо очень мало. Я не с той стороны начала. И вот такие должны быть длинные. Во! Вот такая сарма. Так буду складывать. Но я лучше вот так вот сейчас сделаю. Вот так вот. Вот так вот сделаю. Сколько там надо? Вообще начинки они делают очень мало. Я же делаю турецкую, правильно? Неправильно я сделала. Ну, учусь вместе с вами. Так, лучше по одному. Лучше по одному делать, не рисковать. И вот так вот они. Вот, вот, вот сарма. Так же, как огурек. Ну, допустим, попробуем сейчас мы по отдельности сделать. Как наш закрутить. Можно и так тоже. Можно и так. Как хотите, так и крутите. В общем, мои хорошие, как я накручу все, покажу обязательно результат. А вы оставайтесь со мной, не отключайтесь, мои хорошие.
Я в течение 20 минут накрутила 57 голубцов. Решила закрыть попочки сначала, потому что тут, ну, жир не хочу, чтобы вытек. Пару штук сделала таких. Ну, сейчас я, значит, сложу их в кастрюльку. Я сделала также соус, чем заливать им. Значит, столовая ложка томатной пасты в эту миску, где был фарш, потому что тут жирный, такой вкусный, все. Ну, добавила пряности, конечно, там соль, перец, кимьон. И все, сейчас сложу в кастрюльку и покажу вам. Положила я голубцы в кастрюльку и покажу вам, как они выглядят. Вот мои хорошие голубцы готовы к приготовлению. Представляете, я сделала 60 штук и сказала, что больше не буду делать такие маленькие. Сколько терпения у наших турецких женщин. Ну что, закрываем и доведем до готовности. Так, ну что, голубцы готовы. Сейчас будем накрывать на стол.